Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот она какая. Давай. Аминь. Вот она. Откровение 21 глава, 12-13 стих. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Толкование. Этим назначена полная и совершеннейшая защищенность города. Но с другой стороны, этот город уже не будет иметь врагов, ибо они погибли. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Исайя 54 глава, 15-14 стих. Говорит Исайя об Израильской церкви. Он же говорит то, что ворота его не будут запираться. Стих 25. Стена города боли указывает на его благоустроенность и благоукрашенность. Оборонительную же роль стены особо можно усматривать в условиях земного странствования церкви. Большая и высокая стена, охраняющая живущих во Святом Граде, есть Христос, пишет Андрей Кисарийский. 12 ворот в стене Иерусалима означают 12 колен Израилевых. Имена этих колен и начертаны на них, как в древности были написаны на рамнике израильского первосвященника. В видении пророка Иезекииля 12 ворот города, именующего Господь там, также называются именами колен Израилевых. Иезекииль 48 глава с 30 по 35 стих. Имена колен Израилевых на воротах небесного Иерусалима указывают на спасение Израиля, которое совершится в кончину века. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель, и отвратить несчастье от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Римлянам 11 глава, 26-27 стих. Спасется, причем не только уцелевшее колено Иуды, но и все 12. Бог придет к цели с народом своим. Так сыны 12 патриархов, сыны Иакова, станут сынами вечности. С другой стороны, здесь, разумеется, духовный Израиль, церковь искупленных Ветхого и Нового Заветов. О духовном значении имен колен Израилевых смотри Откровение 7 глава с 4 по 8 стих. Исповедание Иуда, видение Рувим, искупление Гад, блаженство Асир, молитва Нефалим, забвение Манассия, послушание Симеон, священнодействие Левий, награда Иссахар, сила и благоухание Завулон, приложение Иосиф, болезнь Вениамин. Вот 12 ворот, вводящих в небесный Иерусалим, нареченных этими именами, Бог нарекает своими чадами. 12 ворот означает 12 апостолов, через проповедь, в которых все народы входят в церковь. Это и 12 догматов апостольского учения. Смотрите, некий цареградский символ веры. Никео, цареградский символ веры. Просвещающий весь мир 12 апостолов указывает вход к Богу и в его город. На воротах города, соответственно, 12 ангелов. О том, что верным дается ангел-хранитель, неоднократно свидетельствует Писание. Псалом 90, 11-12 стих. Ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Евреям 1 глава, 14 стих. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца моего небесного. Матфея 18 глава, 10 стих. Тем более, пишет Андрей Кисарийский, 12 апостолам споспешествуют в евангельской проповеди 12 первейших ангелов. 12 особых высших ангелов покровительствовали 12 апостолам в их трудах. Они стоят, как привратники церкви и небесного города вечности. Эти ангелы охраняют всегдашнюю радость и веселье, совершеннейшую чистоту обитателей святого города. Стены города соответствуют четырем сторонам света.
на каждую сторону по трое ворот. Это напоминает устройство Соломонова Медного моря в храме. Стояло оно на 12 валах. Три глядели к северу, и три глядели к западу, и три глядели к югу, и три глядели к востоку, и море на них сверху. Второе Паралипоменон, 4 глава, 4 стих. Трое ворот на всех четырех сторонах означает, что через апостольскую проповедь народы всех четырех сторон света придут поклониться Пресвятой Животворящей Троице. Крестообразное расположение ворот показывает, что именно крест научает все народы истинному богопочитанию. Только через крест открывается всем четырем концам мира Троица. Крест соединяет и скрепляет с собой весь мир и примиряет его с Богом, Пресвятой Троицей. Все части мира, говорит святой Василий Великий, приведены ко спасению частями креста. Христос пришел, чтобы в одном теле примирить обоих, в скобках язычников и израильтян, с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Ефесянам 2 глава 16 стих. Трое ворот города со всех четырех сторон означает также троическую четверицу апостолов. Исповедница Святой Троицы Андрей Кесарийский. Еще здесь можно разуметь Евангелие Троицы, посланное на все четыре стороны света, либо четыре Евангелия, являющие Троицу. Устройство ворот Иерусалима указывает нам также таинственное значение священного числа 12. 12 равняется 3 умножить на 4. 4 – число этого мира, его стихий, его природы, его сторон, его измерений. 3 – число единого Бога в самом себе, число его ипостасей. 12 – 3 умножить на 4 означает явление Троицы миру, соединение Бога с тварью, проникновение и освящение земли небесным существом. Апостольская, 12. Церковь есть Троица, явленная миру, 3 умножить на 4. Или мир, погруженный в недра троической жизни Бога, 4 умножить на 3. Откровение, 21 глава, 14 стих. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Толкование. Стена города в соответствии с 12 воротами имеет 12 оснований. 12 камней, где на каждом написано имя одного из апостолов. Каждодневно на литургии мы исповедуем свою веру во единую апостольскую церковь. Апостол пишет верующим: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков». Послание к Ефесянам, 2 глава, 19-20 стих. Апостолы, приняв от Бога спасительное учение, преподали его людям и обратили к нему умы и сердца. Непосредственно от Бога приняли они спасительную благодать священства, которая передается теперь от них из рода в род, созидая и окромляя церковь. Когда приходил Христос, они были первыми 12 камнями, которые заложил сам Божественный Строитель. Остальные камни закладываются уже через них. Всем верующим пишет один из апостолов, Петр, что в переводе означает «камень», «вы». «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». 1 Петра, 2 глава, 5 стих. 12 апостолов были тем семенем, которое бросил Божественный Сеятель и от которого выросло все древо Церкви. Они то основание, на котором построен весь город. Но тут надо четко разуметь, что апостолы не являются тем самосущим основанием, которое держит все. Этим основанием является сам Господь. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 1 Коринфянам 3 глава 11 стих. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный». 1 Петра 2 глава 6 стих. Исаия 28 глава 16 стих. Апостол же – промежуточное звено между Христом и всей постройкой. Как и сказано, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здания, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе».
Ефесянам 2 глава 20-21 стих. Схема такова. Бог, апостолы, церковь, город Бога живого. Как 12 родоначальников ветхозаветнего Израиля были потомками трех патриархов Авраама, Исаака и Иакова, так 12 апостолов Нового Завета сами стоят на Пресвятой Троице. Отец, Сын и Дух Святой. То, что апостолы, не самосущие основания, одержат весь город, сами основываясь на краеугольном камне Христе, подчеркнуто тем, что они названы не просто апостолы, но апостолы Агнца, посланники Христа людям. Матфея 19 глава 28 стих. И опять-таки, 12 ворот, направленных в разные стороны, означает, что различные народы, каждый своим путем входит в Царствие Божие. Различные имена на воротах также означают своеобразие путей разных народов и людей. Но при всем историческом, географическом, этнографическом, психологическом и характеристическом своеобразии путей вход в град Божий может быть только на апостольском основании, только на основании апостольского учения и благодати, преподанных через них. При всем своеобразии спасающей может быть только церковь апостольская, ибо апостолы будут определять достоинство того или другого. Матфея 19 глава 28 стих. Различные исторические церкви ведут свое начало от разных апостолов Петра, Андрея, Фомы. Но все они имеют, хотя и разные врата, в град Божий. Но что могут представить различные протестантские и сектантские общества, основанные через 1500 и более лет после апостолов реформаторами? О каком апостольском основании могут они говорить, не имея ни апостольского рукоположения, а следовательно и благодати, ни апостольского предания, ни апостольского учения, ни духа апостольского? Их города и веси основаны не на драгоценных камнях апостолов, стих 19, но на песке, глине и щебне реформаторских прелестей и заблуждений. Когда разольются реки страшного суда и подуют ветры, то не опрокинутся ли домы их, и не будет ли падение их великое? Матфея 7 глава 26-27 стих. А ты, душа, принадлежащая церкви апостольской, но по закону ее не живущая, как войдешь ты через врата апостольские? Как выдержишь суд апостольский, если учения их не содержишь и не подражаешь жизни и вере их? Евреям 13 глава 7 стих. Откровение 21 глава 15 стих. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его». Толкование. В нашем случае измерение дает описание измеряемого, чтобы показать величие, соразмерность, симметрию, великолепие и красоту города. В отличие от Откровения 11 глава 1 стих, измерение совершает здесь не апостол, но сам ангел. Величие и красота будущего города неизвестны людям, но открыты ангелам. Через откровение Иоанна ангельское разумение о городе передается людям, ибо мера человеческая, какова мера и ангела. Стих 17. Для измерения ангел имеет золотую трость. С пророческим измерением тростью мы встречаемся также у пророка Иезекииля. Иезекииль 40 глава 5 стих и 42 глава 16 стих. И в Откровении 11 глава, 1-2 стих. Трость имела значение определенной единицы измерения. Так, например, у Иезекииля она была 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. Иезекииль, 40 глава, 5 стих. Величина апокалиптической трости нигде не указана. В отличие от предыдущих случаев, этот ангел имел золотую трость. Этим указано на досточестность этого ангела, так и еще большую досточестность, величие и славу неизмеряемого Нового Иерусалима. Ангельскому измерению, разумению, подлежит город, ворота и стена его. Хотя в дальнейшем тайнозрителям будут сообщены результаты измерения только города и стены его, а ворота же ничего не будет сказано. Откровение 21 глава 16-17 стих. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны.
и стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мера и ангела. Толкование. Стадия – древнегреческая мера длины, составляющая около 185 метров. 12 тысяч стадий. Это 2 миллиона 220 тысяч метров. Равно 2220 километрам. Таким образом, небесный город представляет собой куб ребром в 2220 километров. Чтобы лучше предоставить себе величину города, укажем примерно вершины квадрата, который мог бы занять основание города, будь он на нашей земле. Москва, Омск, северная часть Пакистана, Халеб в Сирии. Возвышался бы город примерно на треть радиуса земли. Радиус земли равен 6378 километров. Высота стены 144 локтя. Так как указано, что мера ангела совпадает с мерой человеческой, то можно здесь разуметь обычный локоть, то есть примерно полметра. Значит, высота стены примерно 72 метра. Это соответствует высоте 24-этажного здания. Для нашего воображения это, безусловно, очень высокая стена. Но она ничтожно мала в сравнении с высотой города. Ниже в 30 833 раза. В таком случае всю массу построек города можно представить себе в виде террас, восходящих от стен города к его вершине, увенчанной престолом Бога и Ангца. Откровение 22 глава 1 стих. Впрочем, сам текст апокалипсиса на это никак не указывает. Сказано только, что основание квадратное, что длина города равна его ширине и высоте, и даны величины длины, широты, ширины и высоты города, а также высота его стен. Так эти числа указывают на неописуемое величие и неизреченную красоту, симметрию и соразмерность города. «Как возвышено для меня помышление Твое Божие, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою». Псалом 138, 17-18 стих. Истинны слова Христа. «В доме Отца Моего обители много, если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. Апокалиптические числа указывают на эту множественность обителей в доме Отца Небесного. У него все найдут место, вся великая семья чатва, собранная со всех концов земли, из всех народов и всех времен. Но эти числа указывают не только на нумерическое количественное множество обителей, но и на благодатное множество его даров. От полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Это море благодати обильно и в самых разных видах проявилось во святых его. Пророки, апостолы, святители, преподобные, мученики, бессеребренники, праведные и родивые. Обильно и многообразно будет и вознаграждение. Так и при воскресении мертвых сеется в тление, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. 1 Коринфяна 15 глава, 42-43 стих. Так, если уже в тлении, уничижении и немощи сеется такое изобилие и множественность благодатных сил и даров, о которых свидетельствует вся история Церкви, то каково будет восставшее в нетлении, славе и силе? Каков город, таковы его обитатели, такова жизнь в нем? Помимо этого, число 12 тысяч равняется 12 умножить на 1000. Может означать тысячекратное умножение семени апостольского. Апостолами, их учением и благодатью, преподанной через них, населяется вся церковь, населяется небесный город Иерусалим. И опять-таки, размеры церкви города указывают, что она апостольская. На это же могут указывать и размеры стен города. 144 равняется 12 умножить на 12. Сугубая проповедь апостольская. Вера апостольская, подтвержденная делами апостольскими. Ранее, в Откровении 7 глава 4 стих, мы видели всех верных, представленных как 144
144 тысячи запечатленных. Соответственно этому символика мистическому числу всех верных, стена города их вечного жительства измеряется 144 локтями. Ибо стена по Андрею Кесарийскому есть также божественное ограждение и покров, которым будут охраняемы святые. Андрей Кесарийский приводит еще такую расшифровку числа 12 тысяч. 12 тысяч разделить на 7 равно 1714. Равняется 1000 плюс 700 плюс 14. 1000 означает совершенство бесконечной жизни, 700 – совершенство покоя. 14 равняется 7 умножить на 2. Двойное субботство души и тела. Заметим, что деление Андрея Кесарийского 12 тысяч на 7 не случайное, ибо 7 – число круга времен земных страданий. А 1714 равняется 1000 плюс 700 плюс 14. 7 умножить на 2. Трижды указывает на совершенство вечного покоя. То, что число 12 тысяч равным образом длина, ширина, высота равны, употребляется трижды. Указывает на обретение вечного покоя только в Троице, причем равно в Отце, в Сыне и в Духе Святом. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта, абсолютная незыблемость и прочность вечного города. Длина и широта и высота его равны. Город живет жизнью Пресвятой Троицы, единосущной, нераздельной и неслиянной. Как не бывает длины без широты и без высоты, ибо все в этом мире трехмерно, так и Бог в трех ипостасях, а Церковь в Бога Троице, полнота, наполняющая все во всем. Ефесянам 1 глава 23 стих. Как нельзя одно измерение отделить от другого, длину от ширины, так и Троица нераздельна. И как наоборот, нельзя свести одно измерение к другому. Так не слитны ипостаси Троицы и не сводимы одна к другой. Как длина, широта и высота характеризуют один и тот же объект, так и единосущная Троица. Длина, широта и высота города равны, так равны в Божестве Отец, Сын и Дух Святой. Небесный город Иерусалим предстал тайнозрителю обителью живоначальной, нераздельной, единосущной Троицы. Об этом написано на страницах Писания. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Ефесянам 3 глава 18-19 стих. После описания размеров города Иоанн переходит к описанию материалов, из которых построен город. Стих с 18 по 21. Драгоценность, сияние и красота камней, из которых состоит город, соответствуют духовному состоянию святых. И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. 1 Петра 2 глава 5 стих. Об особой утонченности и красоте возрожденной природы, паки бытия, пророчествовал Исаия. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. Исаия 54 глава 11-12 стих. Вместо меди будут доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо, и поставлю правителем твоим мир, и надзирателем твоим правду. Исаия 60 глава 17 стих. Откровение 21 глава 18 стих. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Толкование. Стена города построена из ясписа. Это то, о чем пророчествовал еще Исаия. И сделаю всю ограду твою из драгоценных камней. Исаия 54 глава 12 стих. О ясписе, смотри, Откровение 4 глава 3 стих и Откровение 21 глава 11 стих. Этим означено всегда цветущая и неувядающая жизнь святых. А город был чистое золото, подобен чистому стеклу.
Нам сегодня непредставимо такое сочетание. Золото прозрачное, как чистое стекло. Это говорит об изменении и просветлении природы будущего века. Сочетание блеска золота и прозрачности стекла показывает святость, великолепие, драгоценность. С одной стороны, чистоту, ясность и светлость. С другой стороны, таковы и святые. Таковы они уже в этом веке. Таковы им уготованы обители в будущем. Такова природа всего города и построек, и улиц его. Смотрите стих 21. Такова природа церкви. Откровение, 21 глава, 19-20 стих. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. Толкование. Еще не ясно, как скрытая туманной далью видел Исаия. «И сделаю основание твое из сапфиров». Исаия, 54 глава, 11 стих. Иоанн видит уже подробно все 12 оснований, украшенных всякими драгоценными камнями. Мы уже ранее видели 12 оснований стен города с начертанными на них именами апостолов. Теперь говорится, что эти основания были украшены всякими драгоценными камнями. Это камни громадной величины, своим чудным видом, украшающий вид всего города. Весь город переливается неизреченными, дивными разными цветами, преломленного в этих камнях нетварного света. В нашем мире не видел того глаз, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2 глава 9 стих. Эти 12 камней оснований с начертанными на них именами 12 апостолов весьма напоминают наперстник судный, носимый в Ветхом Завете первосвященником. Исход 28 глава с 15 по 21 стих. Там также было 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печатях, имена 12 колен Израилевых. 8 камней ветхозаветнего архиерея совпадают с камнями Нового Иерусалима. Но 4 – Анфракс, Лигурий, Ахат и Ахинии – заменены в Новом Иерусалиме на халкидон, сардоникс, хризопрас и гиацинт. Названия камней в разных переводах Библии несколько отличаются друг от друга. Андрей Кесарийский видит в этом указание на согласие Ветхого Завета с Новым, а также на преимущество святых в Новом Завете просиявших. 12 драгоценных камней оснований соответствуют 12 апостолам. Провести точно соответствие между камнями и апостолами представляется трудным, так как мы не обладаем недостаточным знанием совершенств и характерных особенностей каждого из апостолов, незнание того соответствия различных свойств камней с качествами духовными. Не как утверждение истины, а скорее как некое гадание о ней. 1 Коринфянам 13 глава 12 стих. Приводит Андрей Кесарийский такое сопоставление, используя словами, сказанными святым Епифанием о камнях в применении к начальникам колен Израилевых. Точно ведает об этом только сам Бог, давший откровение. Приведем теперь свойства камней и соответствие их апостолам по Андрею Кесарийскому. Первое. Яспис. По цвету, подобно изумруду, зеленоватый. Это Верховный Петр, носивший в теле мертвость Христову, показавший непрестанно цветущую и не увядающую в нем к нему любовь и теплую верою наставивший нас. Второе. Сапфир. Небесно-голубого и прозрачного цвета. Это, подобно небесному телу, блаженный Павел. Строго говоря, имя апостола Павла не должно входить в этот список, ибо он не из 12, Геннадий Фаст. Восхищенный даже до третьего неба, 2 Коринфянам, 12 глава, 2 стих, и привлекающий других туда же. Третье. Халкидон. Небесно-голубого цвета. Наполовину прозрачный и оттененный другими цветами. О нем Андрей Кесарийский пишет так. «Халкидон не носился на нарабнике первосвященника, но Анфракс не упоминаем и здесь. Поэтому мы думаем,
не назван ли этим именем святой Анфракс? Анфракс же – уголь и означает блаженного Андрея, возжженного духом. Смарагд – нежно-зеленого цвета. Андрей Кесарийский называет его камнем, питающим елеем и от него получающим блеск и красоту. Им означает проповедь Иоанна – божественным елеем, умягчающим происходящее в нас от греха и драгоценным даром богословия, дарующим нам никогда не ослабевать, не ослабевающую веру. Пятое. Сардоникс. Цвета светло-розовой крови под ногтем пальца. Один из более известных и употребительных драгоценных камней древности, представляющий собой несколько измененный вид оникса. Оникса. Это Иаков, прежде других претерпевший за Христа умерщвление, на что и указывает ноготь, не испытывающий боли при обрезании. Шестое. Сердолик. Откровение 4 глава 3 стих. Красный, как рубин блестящий. Целебный при опухолях и язвах от железа. Филипп, просвещаемый огнем духа и врачующий душевные язвы прельщаемых. Седьмое. Хризолит. Прозрачный, желтовато-золотым блеском. Варфоломей, блистающий добродетелями и проповедью. Восьмое. Верил. Цвета морской воды, а также воздуха. Фома, совершивший дальнее путешествие для спасения индейцев. Девятое. Топаз. Зеленовато-желтоватого цвета или черного. Источает млекообразный сок. Целебный для глазных болезней. Матфей врачует Евангелием слепых сердцем и напояет молоком новорожденных в вере. Десятое. Хризопраз. Зеленоватый, часто ударяющий в желтизну. Прозрачный камень, превосходящий по блеску само золото. Хрисо, по-гречески золото, а прас – зеленый. Зеленоватый оттенок напоминает цвет мертвого тела. В связи с этим святой Андрей Кесарийский толкует. Превосходящий блеском золото, христопрас означает блаженного Фаддея, благовествовавшего царю Эдесскому, Авгарию Царствие Божие, означаемое золотом, и мертвость в нем. В отношении всего греховного Геннадий Фаст, знаменуемое прасом. 11. Гиацинт, подобно гранату темно-красного цвета, лазаревый или небовидный, Симон, ревнитель христовых дарований, имеющий небесное мудрование. 12. Аметист, бледно-фиолетового или багряного цвета, Матфий, удостоившийся божественного огня при разделении языков, из-за пламена влечения благоугождать избравшему, заменивший место отпавшего. Таковы цвета и свойства 12 апокалиптических камней, оснований Нового Иерусалима, показывающие его неотмерную красоту. В них очевидно преобладание зеленого цвета. Стена же, стоящая на 12 камнях из ясписа, целиком зеленая. Само светило города, подобно кристалловидному зеленому яспису. Стих 11. Всюду зеленый цвет жизни. Не случайно и радуга вокруг престола видна, подобная смарагду. Откровение 4 глава 3 стих. Померкли все остальные цвета земной радуги. И остался только зеленый цвет радуги иного мира. Полный круг и зеленый цвет радуги, явленная тайнозрителю жизнь вечная. И всего спектра совершенств вырастает и расцветает город вечной жизни, не увядающего вечного блаженства. И как камень не теряет своего цвета, так вечно пребывающая жизнь в городе. Как на зеленом стебле распустившийся прекрасный цветок, так золотой город, стих с 18 по 21, основан и окаймлен зеленым основанием и стенами. Вечно зеленая, не увядающая жизнь порождает золото божественной славы. Все же вместе цвета камней оснований означают всю совокупность божественных совершенств апостолов, немеркнущую красоту оснований города вечности. Камнями, самоцветами сверкают все совершенства апостолов в божественном ожерелье камней оснований города. Да украсит прекраснейший из сынов человеческих Псалом
44-3 стих. «И нас, недостойных, своей небесной красотой». Ну все. Да, мы новый стих? Да, новый стих. Прекрасно. Ну все. Давай посмотрим, с чем мы богаты. Показываем наше богатство каждый раз в конце ролика. Среди 38 книг это вот Новый Завет в трех томах. Полное толкование от Матфея до Откровения. Толкование Вселенской Церкви. В лице Феофилакта Блаженного, архиепископа болгарского 11 век. Но Откровение, Апокалипсис, по толкованию всех святых отцов. Что у нас есть, что мы можем людям дать? Вот. Это главное, это наш сайт во свете Библии. Вот он. У него это 4124 ответа по темам. 55 разных тем. Это богатый материал. Здесь все наши книги. Звук и видео, здесь 50 книг аудио, мной насчитаны. Здесь стихи. А пониже написано православный форум Игнатия Лапкина. Его стоит только щелкнуть, и сразу мы на форуме. Это 1440 разных тем богатых. И у нас большой лист, как назвать, это в моем мире, Mail.ru. Вот. Лапкин Игнатий, зарядите, там два есть листа. Ну, один там я с голубем, это он запасной, а это вот такой. Вот здесь я просчитал вчера, 6981 фотография наши и 1132 ролика здесь. Это наши занятия, про деревню, там как молятся, храм. Ну, все абсолютно здесь есть. И кроме того, у нас еще открытый канал. Православный видеоканал «Открытым оком» во свете Библии. Здесь около 1000 роликов. Здесь только одни ролики. Ну, YouTube, это понятно о чем. Вот, милости просим воспользоваться этим сокровищем. Много сегодня здесь мы слышали о тысячелетнем царстве. Вот оно как в действительности выглядит. Это у нас 30 томов «Открытым оком». Ну, второй том, 470-я страница. Ну, и здесь 20 глава Откровения говорится. Христос воскрес, умер. Это один факт. Здесь началось на Голгофе скован сатана, и началось тысячелетнее царство. Вот оно показывает. Далее, событие, которое еще не случилось, это пришествие Христа второе, страшный суд, восхищение церкви не раньше, именно в этот момент. И всеобщее воскресение праведных и грешных. Так понимала всегда Вселенская Церковь. Это толкование, которому не противоречит ни одно место Писания. Все остальные ложные. Ложные, ну, от кого? От дьявола. Вот тысячелетнее царство будет, какой-то хилиазм, еще что-то будет. Это совершенно Писание люди не знают. У нас подробно это объяснено. И перед этим 3,5 года Антихрист. Это время скорби. Сатана будет освобожден. Вот наш сайт к истине один народ.ру. Ну, даже забудьте, Игнатий Лапкин сайт. И уже будете здесь. Вот на этом все. И какое сокровище у нас. По славу Божию. Я начинаю здесь снова по форуму работать. Меня просят ответы дать.